помощью программы Sony Vegas Pro 13 версии можно замазывать текст. Тот текст, который вы считаете необходимым скрыть. Сейчас мы этим и займемся. Создадим небольшой ролик с текстом. Вытащим из программы записи наш записанный ролик с текстом, либо любой другой, где вам необходимо замазать текст. Откроем Sony Vegas. И добавим сюда наш ролик. Прежде всего, нужно найти момент, с которого мы будем замазывать текст. Вот с этого момента. Нажимаем «Разделить». Далее вставка. Новая видеодорожка. Копируем ту часть, что мы разделяли, там, где находится текст, и вставляем ее выше. Аудиодорожку можно лишнюю удалить. Далее. Открываем настройку. Нажимаем «Маска» и выделяем там, где будет текст, с помощью инструмента «Перо». Можно чуть побольше захватить, даже нужно. Далее выбираем «Добавить эффект» и ищем эффект «Пикселизация Sony». Нажимаем «Ок». И выставляем размер пикселя по горизонтали и вертикали. Закрываем. Теперь мы можем проверить, что у нас из этого получилось. Нажимаем Play. Если что-либо нужно подредактировать, вы всегда можете открыть меню спецэффекта, подредактировать спецэффект пикселя. Либо же открыть меню и настроить немножечко иначе размер пера. Таким несложным образом можно замазать любой текст. Далее. Визуализируем видео. Выберем формат и сохраним в нужном нам формате. И давайте взглянем на результат. Цель достигнута. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за внимание.